Евангелие от Луки, 21 глава, 23 стих. «Горе же беременным и питающимся сами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей». Я не выбираю места эти, хотя я их избираю, но по порядку так идет по Евангелию. Если только я успею закончить весь Новый Завет, как мне кажется, то и уже я и не нужен буду вам. Господь предупреждает. Вот заботы говорят, вот сегодня демографический вопрос стоит, исчезает русский народ, как этнос и прочее. Все отвечает справедливо. Все графики вычерчены точно. При таком темпе, как сейчас рождается, нация должна исчезать катастрофически быстро. Все так и идет. Но Христос как раз и говорит об этом. Горе беременным питающим. Вот теперь и думай, в какую графу записать тебя.